Почти 300 миллионов налоговых отчислений в бюджет и более 65 миллионов на модернизацию производства и освоение новых направлений работы. Руководство Курского электропарадного завода на встрече с главой региона Александром Михайловым озвучило планы на текущий год. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Пунктов много. В планах открытие завода композитных материалов, аналогов нет в СНГ и России, совместные разработки с фондом Сколково в области лазерных технологий, а также работа с итальянскими компаниями. Большое внимание научным разработкам и подготовке персонала. Перспективы, считаю, тоже есть достаточно нормальные. С учетом сегодняшнего нашего отношения с Минпромторгом Российской Федерации, с Федеральным фондом развития промышленности. Думаю, что мы будем и дальше развивать вот такого рода предприятия. Сегодня Курская область – это не только область сельхозпроизводителей, это еще область, и где развивается машиностроение и научно-техническая деятельность. Кстати, электронная начинка, производимая на предприятии, будет использоваться на стадионах, которые примут ближайший чемпионат мира по футболу в России.